Нет! Не убивайте! Молчи! Мольбы не помогут. Твоя кровь – дань для нашего царя. Твоя жертва избавит нас от проклятия. Генерал, прости меня. Царь требует, чтобы ты явил... Боги с тобой. Пока. В темницу его. Закончу позже. Везет тебе, Гути. Что? Нет. Удача не для псов. Генерал, нельзя здесь оставаться. Царь, его безумие может погубить нас всех. Этот храм проклят. Уж лучше сдохнуть тут, чем снаружи от чумы и голода. Выполняй приказ. Бог Луны прислал тебя погубить мое царство. Мне это ведомо. Я вижу все. Ну, оглядись! Этот зал – недостойная плата за мои проступки. Богов что, не радует его великолепие? Гути близко, генерал. Бог Луны направил против нас свое войско. Я немедля соберу воинов. Так, а что там внизу? Внизу сотни пленников, мой царь. Чтобы убить их, нужно время. Но у нас не осталось времени. Неважно. Кровь этого войска насытит пески. Мы завершим жертвоприношение. А начнем с нее. Скажи, генерал, кого ты видишь, глядя на нее? Я не... Разве не напоминает она о твоей дочери? Сколько ей было бы лет? 18. Так мало.
Эта чума принесла столько горя. Убей ее. Мой царь, разве не лучше сохранить ей жизнь? Она разведчица. Мы узнаем планы Гутиев. Нет. Каждая капля крови приближает нас к спасению. Пусть она умрет. Боги, дайте мне сил. Come on.
будет. Что сделали акации, чтобы навлечь такой гнев? Мы прокляты. Наш царь проклял нас. Мы думали, демоны вы. Напрасно. Царь разграбил храм в Непуре и строит этот в надежде на прощение. Но боги не слышат. А теперь и он безмолвен. Даже после смерти дочери я не узрел истину. Последовал за глупцом в бездну. Его участь не должна стать нашей. Это ваш храм. Думай же! Можно пройти через катакомбы. Что, довериться тебе? Выбора нет. Акадец! Стой! Помоги мне. А я слышал, акации сильны. Видно, проклятие обратило вас в младенцев. Со мной. За этой гробницей есть выход. Что? Да. Гробница для строителей. Идем. Просто крыса. Столько смертей. Впустую. Жертвы безумного царя.
Мы прокляты за наше деяние. Зачем ваш царь разграбил храм? Всеми всегда движет одно. Деньги, слава. Алчность. Помоги мне. Ты первый. Бояться нечего. Ты первый. Что у тебя за украшение? История Гутиев. Вы, акадцы, стремились стереть нас с лица земли. Но поверь, это лишь начало нашей истории. Как выбраться отсюда живьем? Враг моего врага. Мой друг. Соратники. Надежда есть всегда. Что это было? Сюда. Выхода нет. Нам надо биться вместе. Нет! Если побежать... Умрем оба. Готовь меч.
Вы стоите на самом краю пропасти. Ваше благополучие зависит от ваших решений. Они станут компасом на пути в неизвестность. Найдете ли вы путь к спасению? Или же сгинете во тьме навсегда? Буду откровенен. Вам предстоит принять непростые решения. Решения, которые повлияют на чужие жизни. И последствия этих решений очевидны не сразу. Полагаю, вам интересно, кто я и где вы? Я хранитель, коллекционер историй. Я слежу за всем, что вы делаете, записываю каждое решение и каждую ошибку. Это мое хранилище. В нем столько нерассказанных историй. Истории о друзьях и врагах, верности и предательстве, жизни и смерти. Я здесь не за тем, чтобы помогать вам. Впрочем, мне случалось нарушать правила время от времени. Погрузиться в неизвестность в одиночку необычайно смело или необычайно глупо. Но, возможно, в вас есть потенциал. Позвольте дать вам небольшой совет. Время от времени вам будут встречаться изображения, указывающие на возможный исход событий. Присмотритесь, они могут предсказать будущее, которого вам лучше избегать. Но, увы, наше время на исходе. Скоро мы встретимся и оценим ваши успехи. Или неудачи.